Всем привет, с вами Маша. И снова добро пожаловать ко мне домой. Что-то в последнее время слишком мало на моем канале стало обзоров на железо. Одни розыгрыши, обзоры жизни, скидки. И думаю, вам это уже изрядно надо... А что вы делаете? У меня в холодильнике. В этой дрипке хороший дыхание, да так, если вкратце. Ладно, если что, это не вечер ностальгии по моим старым видео, это обзор на устройство. Сейчас уже выходные, 1 мая и... В общем, праздники, на меня сегодня поднял оператор, сказал, что надо что-то точно снимать, поэтому я приехала к нему. Сейчас мы как раз-таки находимся не в холодильнике, а у него дома, и будем снимать обзор на устройство, с которым я как раз-таки пару дней проходила, им попользовалась. И это возвращение Кангертэча. Кангертэч Ripple. В общем, это возвращение Кангертэч. Но не такое возвращение, как будто они с ноги выбивают дверь, заявляются с каким-то потрясающим, крутейшим устройством, которое сражает всех на рынке. Нет, это просто классический, достаточно дешевый бокс-мод, выполненный из пластика на два аккумулятора с мощностью 200 Вт, который просто почему-то многим понравился и многие просили на него обзор. Сразу скажу, что данный бокс-мод из себя ничего такого прям сверхъестественно не представляет. Но я все-таки его вам подробно покажу, мало ли кому-то все-таки интересно. И если что, снизу будут тайм-коды, где я о чем рассказываю, где идут выводы, где идет управление. В общем, давайте рассматривать. Комплектация. Инструкция, гарантийный талон, кабель microUSB, ну и, собственно, там лежал сам бокс-мод. Габариты бокс-мода 84 мм на 45 мм на 28 мм. Вес всего 58 грамм. 58 грамм без аккумуляторов. Это как бы намекает на то, что никаких металлов в конструкции данного мода не используется. Он сделан целиком из пластика, он очень-очень легкий и практически невесомый, то есть как какая-нибудь пластиковая игрушка или как пустая пачка сигарет. На ощупь бокс-мод чуть-чуть шероховатый, прям вот совсем-совсем чуть-чуть, как будто бы сделаны вставки под карбон, но если бы, конечно, это был карбон, он бы стоил дороже, был гораздо тяжелее и, наверное, бы ощущался намного приятнее. А так ничего особо плохого про этот пластик сказать нельзя. Ну да, немножечко он такой пластиковый, немножечко дешевый, но в целом особо нареканий сильных нет. Коннектор у мода расположен ровно по центру, вокруг него имеется специальная железная площадочка. Сам пин подпружиненный, вроде как немножечко позолоченный, а вокруг имеется силиконовый о-ринг. Выполнен коннектор, ну, достаточно плохо, вокруг имеются следы какого-то китайского клея, но в принципе их можно легко оттуда достать, подчерпнув какой-нибудь там иголочкой или пинцетиком, что я, в принципе, практически и сделала. Кстати, площадка достаточно большая и вмещает даже атомайзеры диаметром 28-29 мм, то есть даже очень-очень массивные атомайзеры. Вот так он выглядит с накрученным атомайзером. Если вам не видно, то там, кстати, присутствует небольшой-небольшой зазор, так как вот эта железная площадочка немного приподнята. Ну и в целом, кстати, выглядит даже не очень плохо. Думаю, если бы диаметр атомайзера был чуть-чуть побольше, а сам атомайзер был чуть-чуть пониже, то выглядело бы вообще хорошо. На передней части у нас расположен вот такой вот красивый экран. Выглядит он весьма интересно, на фотках он выглядит вообще очень круто. Думаю, кстати, именно из-за этого экрана многие просили обзор на данный бокс-мод. Ну, еще, естественно, из-за цены. Но давайте все-таки к экрану вернемся чуть позже, когда я установлю аккумуляторы. А пока что перейдем к нижней части. На нижней части, как ни странно, нет никаких газоотводных отверстий, есть только название самого устройства и сертификаты. На задней части расположена съемная панелька для аккумуляторов, которая скрывает, естественно, отсек для аккумуляторов. Крепится она плотно, крепится она достаточно надежно. То есть она сидит на своем месте не только за счет магнитов, которые, кстати, видно невооруженным взглядом, но и на пазах. Вот здесь расположен паз, точно такой же расположен на нижней части, а также здесь есть специальные направляющие, то есть сверху и снизу. То есть крышка сидит очень надежно. Давайте как раз установлю аккумуляторы и
покажу. Кстати, один аккумулятор устанавливается плюсом вверх, другой минусом вверх. Верхние контакты подпружинены, чтобы аккумы было удобнее устанавливать. Снимать их тоже достаточно удобно, хоть здесь нет никакой ленточки. Нужно на аккумулятор немножечко надавить, и он сам выходит. Итак, вставляем аккумуляторы, возвращаем на место крышку и смотрим, люфтит она или нет. То есть я достаточно сильно ее сейчас дергаю, но она не люфтит ни в бок, ни вверх, ни вниз, не гремит, ничего внутри не шевелится. В общем, мод вместе с аккумуляторами уже становится более увесистым, каким-то более приятным, более серьезным. На столе он стоит очень надежно, и от какого-нибудь вашего чиха точно не улетит, и даже если вы будете трясти стол, мод не упадет. Далее давайте поговорим про органы управления, или, попросту говоря, про кнопки. На боковой части, то есть на самом углу, расположена кнопка Fire. Кнопка имеет достаточно громкий клик, нажимается очень приятно, но нажимается не во всех местах. Если вы будете нажимать в боковой части, которая примыкает к боковой грани, то, собственно, никакого эффекта вы не получите. Кнопка просто не будет нажиматься. Если нажимать ее прямо на углу, то нажиматься она будет очень приятно. А если будете нажимать ее как бы спереди, то услышите очень громкий, очень четкий, очень приятный отклик. Так что нажимать можно ее со всех углов, кроме самого-самого бокового. Также на передней части расположены кнопки плюс, минус и кнопка меню, которая отвечает за разные функции, за управление в меню и передвижение между режимами. Также на передней части расположен порт microUSB. Очень хорошо, что он расположен снизу, так как если ваш атомайзер немножечко протечет, то порт microUSB не зальется. Мой порт на этом устройстве немножечко завален к боку, но сразу скажу, это никак не мешает устройству заряжаться, никак не отражается на его работе, и в целом порт нормально служит, то есть он никуда не проваливается, он никуда не вываливается. Ток зарядки здесь составляет 2 ампера, то есть достаточно быстро. Аккумуляторы можно не доставать, чтобы использовать там сменное зарядное устройство, внешнее зарядное устройство. Можно оставлять их в бокс-моде и заряжать напрямую от кабеля. Так, что-то я очень долго говорила о самом бокс-моде, думаю, все-таки самое интересное — это его управление. Давайте включим бокс-мод и посмотрим как раз-таки на его экран. Включается он стандартно, 5-кратным нажатием на кнопку Fire. Включается, приветствует нас надписью Congertech. Дальше, кстати, дает выбрать один из 3 режимов, который я покажу чуть позже. А на экране отображается практически вся необходимая информация. Это выставленная вами мощность, вольтаж и сопротивление атомайзера. Так как атомайзер у меня не накручен, то сопротивление 9,99. Также на экране отображается уровень заряда аккумуляторов. Как вы видите, у меня аккумуляторы заряжены по-разному, ну ладно. Надеюсь, это никак не повлияет на его дальнейшую работу. Теперь по режимам. Для того, чтобы перейти в самое основное меню, нужно зажать Fire и минус. Зажимаем и переходим в основное меню. Первый режим — это Beginner. Его я вам показала. То есть тут можно настраивать мощность, можно задержать центральную кнопку и заблокировать кнопки, настроить время ухода в спящий режим, а также можно настроить яркость экрана. У меня она сейчас выставлена на максимум, можно выставить на минимум, и тогда, скорее всего, вы уже ничего не увидите. Еще в бегинере можно выставить преднагрев спирали. Для этого нужно 3 раза нажать на кнопку Fire. Тут есть 3 режима: Hard – быстрый разогрев, Норм, плавный разогрев, и софт, то есть будет подаваться такая мощность, какая у вас и выставлена. На пресс-релизе у Кангера был сделан особый акцент именно на данных функциях, то есть они как будто бы сделали это намного лучше, намного круче, спираль разогревается просто мгновенно, от этого пар становится вкуснее. В общем, я это все потестировала, в конце поделюсь своим мнением. Теперь снова переходим в основное меню, чтобы выбрать следующий режим. Зажимаем Fire и минус. И выбираем режим Intermediate. Зажимаем Power и переходим, собственно, в сам режим. Можем зажать центральную кнопку. Опять же, у нас будут те же самые функции. Настройка блокировки кнопки, настройка перехода в спящий режим и, опять же, яркость. Также тут можно 3 раза нажать Fire и выбрать материал проволоки. Здесь есть никель, титан, сталь,
DIY 1 для нестандартной проволоки, DIY 2 для другой вашей нестандартной проволоки, и можно выйти из меню. Давайте выберем DIY 2, нажимаем Fire и можем, собственно, сами выставлять температурный коэффициент. Если вы знаете, что вы используете нестандартную проволоку, то есть какую-то помимо кантала, титана, никеля, нехрома, стали, то можете использовать ее температурный коэффициент, выставлять и использовать устройство. Ну и последний режим основного меню, самый-самый сложный, это режим эксперт. Не думаю, что кому-то придется и захочется им пользоваться, но давайте я вам все-таки его покажу. Выбираем эксперт, нажимаем кнопку Fire. Нажимаем 3 раза Fire. И выбираем один из режимов. То есть тут есть M1, M2, M3, M4 и выход из меню. Выбираем, например, M1, нажимаем еще раз кнопку Fire, после чего 3 раза нажимаем на центральную кнопку меню. И можем настраивать разные-разные настройки. Здесь у нас можно выбрать и настроить кривую мощности. Выбираем какой-нибудь пункт, нажимаем центральную кнопку меню и можем его повышать. Именно такая мощность будет подаваться на ваш атомайзер на 7 секунде парения. Листаем дальше. И можем настраивать режим. Можно настроить режим на никеле, на титане, стали, DIY 1 и, собственно, режим Power, то есть режим варивата. Выбираем, например, режим никеля. Переходим обратно на нашу кривую. И теперь вы настраиваете здесь не мощность, а температуру. Допустим, в первую секунду нашего парения я хочу парить на 250 ваттах, на 250 градусах. Тогда выбираем данный пункт и кнопками плюс и минус настраиваем нужную нам температуру. В общем-то, ничего сложного. Как на вкус плат. А в чаем опять пробуем? Сейчас запью. Ну, плата на вкус достойная. То есть чувствуется такой привкус китайских детских ручек, китайских лягушачьих лапок. В общем, вкус платы оценили, теперь давайте оценим отклик кнопки. Кангертэдж заявляли, что отклик кнопки будет просто потрясающий, супер быстрый. Да, он достаточно хороший, в режиме hard преднагрев все срабатывает просто молниеносно. Моя простейшая спираль, наверное, надо было, конечно, поставить спираль посложнее, но, увы, оператор наш больше не парит, поэтому я здесь не нашла никаких мощных атомайзеров с каким-нибудь очень низким сопротивлением. Но если остудить мою намотку, то практически сразу все начинает работать, все начинает жарить. В общем, отклик кнопки достаточно быстрый. Потому как он лежит в руке, лично мне он напомнил Sigelei 213, то есть в руке он лежит очень надежно, очень приятно, с аккумуляторами он уже не ощущается, как вот такая дешевая пластиковая игрушка, вес именно то, что нужно прям на лето, карман оттягивать не будет, в сумке мешаться не будет, и, кстати, места особо много он тоже не занимает, в отличие от того же Драга, он все-таки чуть-чуть покомпактнее, в отличие от моего Паранормала, тоже покомпактнее, тоже как-то полегче, то есть рука не устает, если его постоянно тягать вверх-вниз, и бицуху вы вряд ли накачаете, такую, как у меня, конечно. Еще хочу отметить, что когда вы держите боксмод в руке, кнопка управления, точнее кнопка Fire, ложится прямо ровно под палец, это очень удобно, то есть с любого положения, в любой руке, если боксмод удерживать, кнопка ложится под палец и никуда тянуться не надо. По поводу качества сборки. Сделан мод достаточно хорошо, у него ничто не гремит, не люфтит, задняя крышка аккумуляторного отсека вообще ни в какую сторону не качается, очень надежно сидит на своем месте. Кнопки сделаны тоже достаточно хорошо, они имеют звонкий, громкий отклик. Быстро мод на их нажатие реагирует, быстро реагирует на кнопку Fire. Единственное, что кнопка Fire не нажимается, если давить на нее прямо сбоку, но с остальных положений она классно быстро читается. Отклик быстро, как я уже сказала. В общем, по поводу сборки здесь все хорошо. Не считая еще одного минуса, что мод это целиком кусок пластика. То есть без аккумуляторов он ощущается весьма дешево, весьма пластиково, но в целом к качеству сборки никаких претензий нет. Ну и еще учитывайте, что со временем боксмод все-таки затрется, особенно его нижняя часть.
Это часто бывало у Кангертеча. Мод очень быстро затирался снизу. Быстро снизу слезала краска, но на работу это все-таки никак не влияло. У меня был Кангертеч, я им долго пользовалась. Можно на него было скотч снизу наклеивать? Да, я клеила скотч и вообще никак. Мне не мешало. Знаете, как есть типа эти штучки для наклейку мебели, можно. Типа ножки? Да, ножку для мебели поставил и вообще не лозит по столу, и хорошо. Вот еще, да, про резину, чтобы он еще не скользил. Надо в комплект класть пару вот этих ножек, чтобы и мод не царапался, и мебель он не царапал, и не стирался, и вот это было бы прям идеально. Все, открываем новую рубрику. Это Мария Ярулкина Кастомс. Ну и еще одна характеристика, которую я бы, наверное, отнесла к минусам, это замудренное управление. Вы видели, как я все это показывала. Режимов здесь достаточно много, переключаются они нестандартно, то есть не просто троекратным нажатием на кнопку Fire. Все это как-то очень сложно, очень много этапов, но в принципе, если вы начинающий пользователь, даже если вы опытный пользователь, скорее всего, вам понадобится только один режим. Это режим Beginner, где можно выставлять мощность. Другие режимы вы, наверное, навряд ли будете использовать. Если это не так, то бросьте в меня камень, потому что даже я остальные режимы использую, если использую, то очень-очень редко. Это не камень, это хардкор. В общем, не знаю, что еще сказать про данный бокс-мод. За свои деньги он более чем достойный. Режимов работы много, функционал богатый, качество сборки хорошее. Отмечу верхнюю площадку, то есть на нее можно установить даже очень-очень массивные габаритные атомайзеры. Кстати, еще отмечу быструю зарядку, про нее я говорила на столе, но отмечу ее еще раз. 2 ампера, заряжаются 2 аккумулятора, ну, очень быстро. В общем, все здорово, единственный минус – это то, что он сделан из пластика. Но, в принципе, это можно рассматривать как и плюс, потому что за счет этого он очень-очень легкий. Голосуйте здесь, как вам данное устройство. Ну и, конечно, заглядывайте в описание, потому что в нашем магазине Папироска РФ данный бокс-мод уже продается. Не забывайте ставить лайки, оценивать это видео, писать комментарии, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Шашлык! Все, поехала я на шашлык! В общем, не так давно в Китае проходила грандиозная вейп-выставка. И наши коллеги, назовем это папироскинская вейп-делегация, как раз-таки туда ездили.